Все мы знаем, что несанкционированные свалки – это неотведенные для размещения отходов территории. Эти свалки являются признаком несоответствия экологическим стандартам жизнедеятельности населенных территорий. Это угроза для окружающей среды. Но, несмотря на это, каждый год на территории Новочебоксарской и близлежащих территориях такие свалки образуются. По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования республики был проведен рейд сотрудниками прокуратуры. На территории земельного участка по улице Цыган-Косинская, город Новочебоксарск, расположена свалка твердых коммунальных отходов. На данном этапе прокуратура города устанавливается, кому и на каком праве собственности принадлежит данный земельный участок. В дальнейшем будут приняты меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности. В рамках проекта «Генеральная уборка» приняли участие в рейде члены общественного движения «Народный фронт», которые также в ходе мероприятия посетили несанкционированную свалку у гаражного кооператива по улице Южная. Слева от меня находится свалка. Справа Новочебоксарский, и дома многоэтажные находятся в Новочебоксарске. А по сути, земля и гаражный кооператив относятся к Чебоксарскому району. То есть, в любом случае, загрязняют и мусор выбрасывают жители Новочебоксарска. Основная причина образования свалок – сброс отходов несознательной частью населения, проживающего в частном секторе, а также представителей среднего и малого бизнеса, не желающих оплачивать услуги за размещение своих отходов на городском полигоне ТБО. Установить лиц, причастных к организации стихийных свалок, не всегда представляется возможным. Общественное движение «Народный фронт» предлагает вести совместную работу администрации города и Чебоксарского района, на территории которого образуют мусорные горы и новочебоксарцы. В реализации проекта по устранению свалок борцам за чистоту помогает интерактивная карта свалок. Пользователи добавляют на карту точку, где расположены беспокоящие их свалка. По возможности прикрепляют к точке фото и оставляют адрес, после чего проверяется отмеченное место. Если нарушение действительно имеется, в дело вступают соответствующие органы. К сожалению, данная ситуация, она характерна для нашей республики. В основном в частном секторе и в гаражных кооперативах у нас появляется захламленная территория. К сожалению, народ еще не готов выбрасывать мусор в контейнеры, и для этого для них не созданы условия. Работа по выявлению мест для временного накопления отходов, производства и потребления не отвечающих экологическим и санитарным требованиям, а также установление лиц, их создающих, будет продолжена. Участники рейда просят, если все же вы обнаружили несанкционированную свалку, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора либо в прокуратуру города, позвонив на прямую линию по телефону 78 98 39. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.